Короче, в тачке вот привез. Задарили. Задарили кучу каких-то болтов тут. Всяких разных, всевозможных. Какие-то резиновые кольца. Бензопила. У меня точно такая же. Один в один. Тоже, кстати, подарили 2 года назад. Тоже не работала, но работает по сей день. И работает лучше всех. Всех остальных 3 бензопил. Это уже каких 3? Одна разобранная. Да, 3 бензопил. Это 4-я уже бензопила. Будет. Говорит, заливаю бензин, где-то, говорит, течет. Может, шланг хлопнул, может, еще там соскочил. Короче, посмотреть надо. Может, даже и рабочая. Так что, будет еще вот такая вот бензопила. Лобзик. И сказали, рабочий. Но здесь сломанный этот самый, который пилку держит. Маятник. Вот так все, вроде бы, на мази. Короче, надо разобрать, посмотреть, что там за дела с этим лобзиком. Вот. Такой резачок старенький. И еще вот такая вот причандалина. Машина сверлильная. Аккумулятор дохлый. Абсолютно, скорее всего. Но рабочий. Друзья, всем привет. Ну, такой незапланированный видосик. В общем, подарили мне вот такую вот бензопилу. Партнер 340-й. Вот, сказали, не работает, Сань, ну может тебе пригодится. Ну, конечно, пригодится. Есть у меня такая же бензопила. Такой же партнер, друзья. Ну, отличается тут несколькими элементами, незначительными. Эту бензопилу мне подарили 2 года назад. Тоже она была нерабочая. Я не занимаюсь ремонтом бензопил, там, двигателей и всего остального. Ну, так как эта вещь уже по сути моя, что это. Ну, конечно же, я ее посмотрю и сделаю рабочей. Почему нет вести, кстати. Посмотрим. Бензин. Да, бензина нет. Так, а масло есть. Масло есть, и оно нигде не сопливит. Так, друзья, подраскидал немножечко. Вот, заодно здесь попродувал. Ну так, частично. Сейчас еще раз дуну от опилок, где можно. Ну и, как я предполагал, вон он, шланчик, если видно. Сейчас, сейчас удобно. Вот он, с кнопки. Вот поэтому бензин и вытекал. Сейчас вот так вот его надо будет аккуратненько там попасть. Может, даже кнопочку снять, вытащить его сюда. Собрать и попробовать завести. Вот. Но мне, скорее всего, кажется, что причина была только вот в соскочившем шланчике с кнопки подкачки. Не знаю, сколько она стояла. Мне это не объясняли. Сколько она не работала. Но, тем не менее, масло не течет, бензин вытекал. Сейчас проверим. Сниму. Все, друзья, собрал до кучи. Сейчас залью бенза и попробуем завести. И посмотреть, течет ли бензин и работает ли вообще она. И заметил еще отличительную одну особенность. Вот здесь улавливатель, будем так говорить, цепи. Вот металлический, он прикручивается. А с этой стороны он пластиковый. И на этой крышке.
Вот, как-то так. Не знаю, возможно, самодельное, возможно, так было сделано. Вот оно, отличительная особенность. Да, забыл сказать, мало того, что я здесь вырезал, у меня еще и здесь вот окно вырезано и заткнуто, чтобы вот шланчик не выскакивал. Просто какой-то там, не знаю, тряпки набил сюда. Это доступ к масляному там гнезду, будем так говорить, где это все дело соединяется. Вот прямо вот. Сейчас протру хорошо. Вот, я думаю, прекрасно видно вот этот вырез. Вот именно вот здесь вставляется, здесь пинцетом, если вдруг когда-то выскочит, одевается. Вот, как-то так. Здесь, соответственно, этого нет. Для удобства, друзья, чтобы ее вообще не разбирать. Вот тут достается, вставляется, обратно затыкается. Все. Никаких болтов крутить мне не нужно. Вот, как-то так. Так что я не знаю, где здесь оригинал, где здесь копия. В общем, отличительные вот моменты некоторые имеются. Все, давайте, пойдемте. Цепь снимать не буду. Сейчас бензо залью. И попробуем завести. Прямо вот буду на камеру пробовать. Так, запись пошла. Так, ну придется облить ее чуть-чуть. Совсем капелюшечку пролили. Так, бензин закачало. Пролито. Все равно, мне кажется, где-то течет. Ну, в общем, попробуем. Так, ну пила рабочая, но все равно где-то с нее, друзья, течет. Где-то либо треснул шланг, либо еще где-то выскочил. Ну, это не беда. Сейчас найдем причину. Сливаю и посмотрим дальше,
целостность шланга, шланчиков. Может, пересохло, лопнуло и где-то капает. В общем, раскидал. Еще раз достал бак. Вот он, бачок, друзья. И вот эта вот резиночка, вот она. Она здесь тупо не держится никак. Она пересохшая. Ну, то есть, вот. Там бензинчика чуть-чуть осталось. Вот через нее, из-под нее, когда пилу ложим на бок, вытекает бензин. Когда стоит вот таким вот образом, да, она нормально не вытекает. Как только завалили, сразу бензин потек. Вот ее. Так, ну а так, чтобы не покупать, не заморачиваться с этими вещами, вот сюда можно подкинуть маслостойкое колечко резиновое. Вот я подобрал уже по размеру. Одевается вот сюда, но одной рукой неудобно. Сейчас одену, покажу. Вот так вот оно оделось. Кольцо. И теперь туда вставляем и наливаем бензина. Вот так это все дело выглядит. Не знаю, видно, не видно. Вот. Колечко стало. Тем самым она его, вот эту всю систему, поджала. И теперь там вот бензинчик имеется. Сейчас даже добавлю еще. Так, ну, бензинчика налил. Вот так вот. Трубки должны быть там вверху. Ну, может, потечет через трубки. Вверху трубки нормально не течет. Все сухо. Это с трубки капнуло. Только что протирал. Потому что сейчас, если вот так вот поставить, ну вот она летит. Можно собирать. Вот как-то так. Все, друзья, собрал. Теперь можно попробовать. Кстати, вырезал здесь тоже вот такое окно, чтобы был доступ вот сюда, до этого шланчика, патрубка. Все, теперь можно его заткнуть поролоном сюда и через шланг, шланчик сюда, чтобы не летел мусор. Он туда не провалится, сюда не выпадет. Доступ быстрый. Разбирать пилу вообще не нужно. Вот. И сделал еще вот здесь, на всякий случай. Вот, просверлил ступенчатым сверлом, ну, чтобы доступ был к вот этому вот шланчику. Здесь посадочная совсем маленькая на кнопку, ну, чтобы если вдруг когда-то соскочит, тоже не разбирая, не снимая ничего, так берется пинцетом. Вот. Если вдруг соскочит, вот, берется пинцетик вот так вот и заново одевается. Плюс одной рукой неудобно, сейчас надо и держать пилу, и попасть. И заново одевается. Все, никаких проблем. Плюс этого окошка я так делаю на триммере. Бывает, заливает свечу. И я просто таким же пинцетом перекрываю бензин, так, чтобы он в карбюратор не поступал. Здесь вот эта вот подача, она как раз таки идет туда, к карбюратору. То есть, или наоборот. Ну, без разницы. То есть перекрываю доступ, либо здесь могу перекрыть, либо дальний шланчик просто пережать. И это будет работать как краник на мотоциклах, на мопедах, да? Вот. И пары, и бензин лишний, очень быстренько он с цилиндра уходит. И пила уже начинает схватывать, или триммер начинает схватывать. Потом просто отпускаю, и она уже работает. Ну, таким способом я иногда пользуюсь. Все, пробуем заводить. Заливаем, пробуем вертеть, заводить и смотреть на утечки, протечки. Так, попытка номер два.
Полный бак. Как говорится, шеф до полного. Пинка. Я ее фильтр продул, сеточку, вот пока была разобрана. Ничего не регулировал, свечу не выкручивал. Работает. Пусть работает, друзья. Пусть работает. Ну, на щебенке сухо. Сейчас пробка сбоку, бензин полный, сухо, масло нигде не сопливит, смазка идет. Глушак выгорит, я думаю, нормально. Все, можно заносить. Ну вот, друзья, и все. Пила работает, заводится с полтычка. Ну, в общем, наверное, самый простейший ремонт, который был у меня вообще в жизни. Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.